Всем доброе утро. С утра уже плов. Сейчас поедем на поле, где коров пасут, на пастбище. Дед Юра там коров пасет, 160 коров. Но они там втроем пасут. Нужно их покормить уже. С утра плов приготовили. Сейчас поедем их кормить. Надо будет еще оставить, они еще потом, когда пригонят коров, тоже им надо будет покушать. Сейчас обед у них. Ну, время еще 11 нету. Пока довезем. Положу уже, сколько останется, столько останется. Так. Достаточно, нет. Или уже потом что-то другое готовить. Так мало будет. Килограмм риса всего лишь был. Так, я думаю, достаточно. Так, дальше вот здесь у нас лук, вилки. Здесь у нас огурцы соленые, хлеб. Чай в тормозе заварили. Ой, фокусировка. Сейчас здесь где-то банка стоит. Стояла. Так, где банка? А, вот она, баночка. Надо будет сюда насыпать сахар. Сейчас сахар. В термос не стали, потому что их там трое. Не знаешь, кто-то с сахаром, кто-то без. Кому как удобно. Ой, и на всякий случай надо будет соль взять, наверное. Так, это сюда, салфетку надо будет взять. Кристина, а можешь найти мне помочь эту крышку? Чё с тобой? Она отключается, надо помыть дорогу, чашка. Альбина, ключи от машины уронила? Да, еще между этой сушкой. Смотри, сколько всего лишь осталось. На троих ему вот здесь вот достаточно. А на ужин чего? Да, тогда уже будем что-то думать. Другое. Картошку жарить, сосиски там есть? Ну, надо посмотреть, вроде в сосиски есть. Чуть-чуть слова, чуть того. Угу. Так, я здесь какую-то крышку нашла. О, подойдет. Что ты хотела? Ну все. А где я здесь приготовила полотенчика? Это полотенчика вот так вот сюда кастрюлю поставить. Уже опаздываем. Так, кастрюля есть. Огурцы вроде все собрала. Есть. Посуда есть. Хлеб есть. Вот вилки. А, давай, кружки точно еще. Сколько там кружек? Три? Ой, две большие. Сейчас я еще возьму. У тебя там будильник. Все, работает, доработает. Вот она еще третья кружка. Пакет. Ракет. Можно мне этот пакет, да, или он тебе нужен? Возьмите. Подожди. Подержи его. И... Подожди, это горячо будет. Горячо-горячо сразу. Угу. Сейчас уже поедем? Да. А ты куда собралась ехать? Ты сейчас куда собралась ехать? Рассказывай. Да? Ага. Сейчас буду отвозить, ну не я только, сейчас мы будем отвозить, ну сначала пообедаем. Пообедаем же. Альбина, иди в баню. Дядя Юра ждет, как мы пообедаем. А, ну ладно. Так, и давай сверху вот эту вот. А ракетки. Так. Ты уж определяйся, ты здесь остаешься в ракетке играть или что? Давай я еще одно полотенчико возьму. Так, Нэнси. Не, не найду полотенчика. А кружки как? Так, кто-нибудь мне поможет, нет? Сегодня. Вот здесь, пожалуйста. Держи пакет. Альбинке нельзя доверять. Альбинка, а почему тебе нельзя доверять? А зачем три кружки? Так, соль возьмем на всякий случай. Вот сюда в кружку. Он вчера в коробок, где его насыпал соль. А, да? И мне кажется, надо будет еще это... Вот, не забудь термос. Еще найди, пожалуйста, баклажку воды холодного.
холодный. Баклажку. Альбинка, баклажку надо искать. Давай, а лучше, наверное, давай это пятилитрушку наберем. А где пятилитрушки? Где-то там, возле. Да, я сейчас найду их. А зачем три кружки? Ну там три дяденьки же пасут. Там 160 коров. Дедушка же сам же не справится. Сегодня надо тут прибраться, сейчас отвезем. Все, и сегодня нужно будет уборку сделать. Потом мы здесь вот дрова рубили. Давай. Бол-бол-бол, вон там, да. Куда пошла? Давай там тогда, ага. Давай, воду наберем. Так. А, эти шланги. Ладно, пойдем мы это в доме наберем воды. Эти шланги. Пока их вытащишь, запутаешься. Да. Сейчас я здесь денег наберу воды. Я думаю, лучше здесь набрать. Альбина, дай я сперва, пожалуйста, воды наберу, а потом ты пей. Нэнси, посмотри, где она. Просто так интересно получается. Когда мне не надо, никому не надо. Когда мне вода нужна, всем надо. Нужна сразу она. Так. Нашли, Нэнси? Крис? Нашли кошку? А то она у нас сегодня умудрилась, уже до курятника дошла. Чё, нету? Нету. Так. На кыс-кыс она не понимает. Она на кыс-кыс нет, а не определяется, она только на Нэнси. Нэнси, а вот она. А, нашли? Ну ладно. Я сегодня уже с утра постирала. Все. Кристинка, помоги мне. Так, Альбин, бери термос. Бери термос. Бери. Ничего страшного, аккуратно можно. Давай, давай, папа, пошли. И по дороге идем, пока вспоминаем. Все ли мы взяли? Ничего не забыли? Я кепку забыла. Там, блин, солнце палит. Вовсю жара. Надо кипон свой взять. И все, думаю. Поедем, покажем, сколько там коров. Какой дедушка трудолюбивый. Потихоньку, Альбина. Что она туда ложит? Поправляй. А ты вот сюда в ноги, Крис, ставь все. И на сиденье? Не-не, вот сюда в ноги ставь. А там нормально? Все, приехали. Вот сколько здесь коров. Одна там вообще купается. Сейчас я попробую увеличить. О, там плавала только что. Все, сейчас будем кормить. Сейчас Диана будет раскладываться по тарелочкам. Такая комнатушка. Ой. Арбин, ходишь тут пастухом? Дядюр, а тут, да, кушаете за столиком? Да, здесь. Жарко. Здесь мы кушаем, дышаем, пока они отдыхают. Как они встанут, пройдут, так и не пройдут. Дай Бог, чтобы батарея пролежала. После тоже, да, придете, дядя Юр, все вместе? Кого? Домой. После того, как отпасете. Ну да. Мужики тоже придут? Не знаю, Руслан пойдет или нет. Ну один из них точно, да, пойдет? Ренат пойдет. Он. Я же задержу, стелку буду гнать. А Рушан это привезет?
Это вот получается там их сарай возле большого ангара, правильно? Да, видел, да? Да. Вот. Да. Две кучки вот так насыпь снежка. Угу. И меня подожди. Там если палку найдешь, буквально. Вот и все, приехали обратно. Альбина, коров опасла? Молодец. Открывай дверь. Ворота. Что? Что на мне? Рушана футболка? Ну вот так вот живем. Называемся. Я еще в носках таких теплых. Ой, что-то грохнуло. Все, приехали. Ой, здесь чай немного пролился. Видать, они плохо его закрыли. Ну ладно. Мы вчера, кстати, блины пекли. Шарлотку стряпали, кто не знал. Может, показывала, может, нет, не помню. Меня посуду мыть. Кто посуду мыть? Кто вместо меня будет посуду мыть? Кто? Вот, у меня пузырь лопнул. Покажи. От кого? Ну-ка, подожди, этого так не видно. Это что-то... Ого! Это знаете, что это она так стирала лак? Вот эта вот принцесса, пока мы там работали в огороде, решила себе ногти покрасить. И раскрасила все себе руки, да? И потом Кристина тебе стирала ацетоном. И посмотри, что у нее с руками. Это вот единственное так или... А вот это сейчас тоже полезет. Это... Смотрите, что случилось. Это ты с такой силой, что ли, давила? Это сожгла ацетоном. А, это сожгла ацетоном? Ого, какие у тебя здесь мозольки-то хорошие. Обалдеть. Альбина, все? Теперь уборка дома на тебе. Посуда будет. Ты даже попу мне будешь подтирать, потому что я это рукой не смогу. Да. А так вот это? А это у меня не получится. Левая же рука, я привыкла правой. Будешь левшой у нас. Все, теперь будешь справлять ее в туалет и в баню. Так что попала ты. Как у вас здесь прохладно. Как это хорошо. Нормально, съездили. Жарко там было, да? Коров много? Много. Много коров насчитала? Угу, много. Все, теперь посуду мыть. Ух ты, это мой. Знаете, вам нужны ключи? Нет. Да положите там, чтобы на видном месте, чтобы не терять. Нужно поискать фарш, потому что они вечером придут, двое мужчин, плов не закончился. Вот хватит фарш. Только фарш. Да, хватит, можно приготовить по-плотски. А пойдем посмотрим, макароны есть, нет, а то я вчера покупала и их жарила. Вчера жарила макароны, не варила, а жарила. Так. Я включу. Макароны где лежат? Я им с понятием, где они могут лежать. Класс, приехали. Ты вытащил ключи с машины, чтобы она не заблокировалась? В кармане. Привезли муку. Сейчас уже дядя Юра заканчивает, будет гнать коров. И сюда придут быки. Надо насыпать им сюда. Вот так вот распределяю, вот так. Не, кучки надо, потому что они потом эту морду разбросают, да? Ну ладно, тебе видней. Одинаково. Они пойдут оттуда, да, откуда-то? Ну-ка посмотри, одинаковые кучки или? Ну да, а что прям, это по граммам что ли? Одинаковые, нормально. И что, и здесь быки стоят, а чьи быки? Колхозные.
Это такие племенные, ну как бы более-менее такие нормальные быки, колхозные. Их специально не колхозом выгоняют, а выгоняют вместе с деревенским стадом. И, ну, чтобы коровы гуляли. А за то, что они гуляют, ну, за это каждого человека, кто выгоняет коров, должен по в день, по мешку, ну, по полмешку это, муки привезти. Смотри, как хорошо видно, да? Кого видно? Вмятина, где бензобак. А, да, у нас, кстати, вмятина, где бензобак. Вот она здесь вот, ну, так ее не видно, а вот она здесь вот видно ее. Это наш первый выезд из автосалона. Угу. Первая наша заправка была, Рушан забыл пистолет. Вернее, не он забыл. Поставили, начали заправлять, да. А мужик не вытащил, и мы поехали, он не увидел. А до этого машина была со стороны водителя был бензобак. И Рушан не посмотрел, как дернул, там такой был удар. Я сперва не поняла, что у нас оторвалось. Думала, у нас пол машины отвалилось, мало ли. Потому что возле меня же был такой грохот. Ну, да. А теперь мы должны здесь, что ли, ждать? Ну да, подождать надо. А, я-то думала, мы туда поедем, за ними. Ну, хочешь, туда съездим, мы будем на машине гнать коров. Так, а если мы сейчас будем ехать, а они будут навстречу идти, и мы их только испугаем? Мы остановимся, они мимо нас обойдут, и все. Не повредят машину? Рогами не поцарапает? Ну, давай, может быть, где-то увидим их, развернемся и поедем обратно. Ну, да. Пойдем, вот, посмотрим, сумку, далеко сумку нет они. Папе заберем. Ну да. Приехали за папой. А тут никого. Видимо, они куда-то вдаль сегодня ушли. Сейчас глянем. Что-то вроде бы где-то там кто-то вдалеке орёт. Ну да, вон там кто-то орёт. Они, видимо, туда подальше ушли. Там пошли, наверное. Да, вон орут. Ветер оттуда дует, слышно. Ура, нашли! Поехали чуть дальше, проехались. Вот они идут. Вот они идут. И вон там еще стадо. Вот они идут. Идут, а мы едем. По траве прям едем. Диана побежала. Побежала схватить кнут. И говорит, я буду, говорит. Я погоню. Вся деревня собралась. Вот где деревня. Вот, за коровами. Встречают коров. Где они здесь? Дети, взрослые. Ага, идут. Идут домой. Идут, что-то там доказывают, кричат. Мы идем, встречайте. Ох, вон там, смотри, с каким выменем идет. Много молока. Вот коричневое, что-то коричневое с белым. Самая такая, наверное, молочная корова. Здесь в основном мясные коровы идут. Молочных мало. Потому что с фермы. Так, нам надо высматривать быков. Вон, вон быка вижу. Уже только что пытался залезть на корову. Вот, вот он белый, вот этот. А,
Пошел Рушан быков загонять.